Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ с сайта La Moda. Какие-то были проблемы с доставкой у сайта La Moda. Я уже как-то говорила вам неоднократно, что он мне нравится тем, что он привозит мне домой этот сайт, да, и я могу примерить 10 вещей только. Можно на примерку взять любой стоимости абсолютно. И как бы примерить, и то, что подошло, соответственно, вы берете, оплачиваете, можно платить наличными, можно платить картой курьеру, да, и то, что вам не подошло, отдаете обратно. Мне очень нравится такая система, очень сильно, и именно из-за этого я заказываю. Заказываю себе и своим мужчинам, в общем, всем заказываю. В общем, абсолютно довольна, и все время он ко мне возил так, но вот когда началась вот эта вся история, самоизоляция и так далее, было одно время, они вообще не доставляли, вообще никаким образом. Только почтой России. Потом было время, когда стали доставлять, потом опять перестали доставлять. В общем, сейчас опять стали доставлять. И чему я несказанно рада, потому что мне, ну, в общем, заказ был сделан для моего мужа. Ему нужны были кроссовки, кроссовок много мужчин не бывает, и спортивный костюм. Заказала и заказала кое-что себе, так что давайте я вам сейчас все покажу. Так, девочки, давайте начнем с моего мужа, так как из-за него был сделан весь заказ. Заказала ему спортивный костюм. Он у меня, ну, у него, в общем, поизносили свои костюмчики. Значит, вот такой костюм идет просто обычный. Он, извините, это моя собака тут уже. Просто обычный костюм, идет размер в размер, такой тоненький, летний, как называется, марка. Но я ссылочку вам оставлю, кому интересно. Очень хороший, мне понравился костюм. Не думаю, что он будет скатываться. Вот это на самом деле темнее цвет, чем он на камере, такой темно-бордовый. Здесь идут такие небольшие лампасики, или как они там называются, да. И брючки точно такие же, вот черные, как все мужчины любят. Вот. Ну, я постираю с кондиционером, шерсть липнуть не будет. Вот, здесь просто такая обманка, кармашки, резиночка. Ну, то есть отличные такие вот, они идут лампасы до середины. Вот эти брюки немножко зауженные, вот. Ну, и кофточка так хорошо, свободненько сидит. Размер в размер идет. И к этому костюму я взяла мужу вот такие кроссовки. Я сказала, ну, они стоили что-то недорого, в районе 1500 получились, мне обошлись. Но я цены вам все буду подписывать, да. Соответственно, я говорю, ну, возьми, тем более, ну, для мужчин кроссовок много не бывает, мне кажется, как футболок и спортивных костюмов. Вот, я говорю, возьми, будешь носить вот так вот вместе, будет у тебя такой прогулочный вариант, девочки, ну, скажите, класс будет, да? Мне кажется, очень даже. Здесь красненько, то есть такое, ну, здесь поярче красное, но неважно. Обычные такие, то есть они, ну, как бы идут такие, да, в дырочку, дышащие кроссовки, хоть не сильно черные, да, и, говорю, будешь вместе носить, я говорю, будешь красавчиком, правильно, девочки? И еще, девочки, взяла ему еще одну пару кроссовок. Они тоже были с хорошей скидкой. Вот от этой марки Маскот, да. У меня от этой марки есть туфли. Не туфли, а босоножки. По-моему, даже туфли очень хорошего качества. Мне очень понравилось. Я когда увидела вот такие кроссовки со скидкой, думаю, ну, надо мужу точно брать, потому что он у меня всегда... Ну, в общем, всегда у него какая-то проблема, я не знаю, с кроссовками в плане того, что, ну, быстро изнашиваются. Он, что мужчина-то, они... бегают везде, носятся, тем более с моими мальчишками. Вот, вот такая марка. Вот они вот такие симпатичные. Мне кажется, ну, это такой более городской вариант, там, до магазина или еще что-то, да, с джинсами вообще отлично, мне кажется. Тоже здесь сделан. Вот, девочки, у моего мужа... А, вот велюр текстиль. Текстиль, да, велюр. А, вот, 44 размер. Вот такие для активного отдыха мужские. Муж мой вообще, да, носит полный 44-й, и вот эти вот кроссовки, они, то есть вот это велюр, а вот это текстиль, да, под джинсы, мне кажется, вообще идеальный вариант. Девочки, тоже присмотритесь, у кого вот мужья, мужчины, да, хорошие скидки тоже на мужскую обувь вот такую. Вот эти кроссовки я взяла 43-го размера, хотя у мужа моего полный 44-й, вот видите, 43 размер, потому что вот эти большие мерки. И они, он говорит, вообще идеально, как будто 44 размер. Так что вот такие вот обновочки. Моего мужа еще взяла ему нижнее белье. Я, кстати, по-моему, вот этой марки ему как-то уже брала. Ну, мне кажется, да, очень для меня знакома. Две пары. Но это я уже так бросила до кучи. Вот, тоже были со скидкой они.
Вот, так что, ну, давайте покажу, что я себе заказала. Ну, а себе, девочки, я заказала, знаете, этой серии. Готовьте сани летом, а телегу зимой. Вот примерно то же самое. Сейчас что у нас получается, да? Середина июля. Середина июля. Вот, я заказала себе куртку утепленную. Вообще, там по отзывам писали, что она, ну, до минус 5, но с теплым свитером. Это у меня 42 размер. Стоила она 1200. Цену подпишу. Для такой цены это просто бомбовская куртка. Я вам честно скажу. Девочки, вообще посмотрите, кто хотел из вас пуховики. Или если вам нужна какая-то осенняя куртка, то обязательно сейчас посмотрите, потому что скидки там очень хорошие. Там до 70% есть на пуховики, пухоперо. Вот, я себе один там присмотрела, но пока я на него смотрела, пуховик я имею в виду, да, такой пух-перо, пока я на него смотрела, уже разобрали все размеры. И сейчас, я смотрю, очень разбирают вот эту вот зимнюю-осеннюю обувь. Так что, девочки, кто хотел, обязательно сейчас посмотрите. Значит, идет, я давно хотела вот такого фасона. У меня есть такого же фасона, только бежевая куртка. Ну, похожего, только она чуть-чуть покороче. В ней был пух и перо, и она у меня скаталась. Я много раз про нее рассказывала, потому что я ее неправильно стирала. И здесь просто синтепон. Ну, то есть это на такую питерскую осень, питерскую весну. 0, плюс 1, плюс 2, минус 1 с теплым свитером. Вообще идеально. Вообще это даже вот цвет синий. Но она не такая будет марка, и в пир, и в мир, и в магазины за детьми, и вообще супер. Вот, никакого нет капюшона, здесь просто воротник-стойка, идет на заклепочках. Но мне на самом деле все равно, заклепки это или молния, мне вообще все равно, честно сказать. Даже наоборот, молния для меня иногда хуже, потому что волосы попадают. Здесь идут вот такие как бы потайные кармашки по бокам с двух сторон, с такой потайной молнией. Кармашки достаточно глубокие. Это 42 размер, но я бы сказала, девочки, она немножко больше мерит, но я все равно взяла 42 размер. Хотя она мне немножко великовата, но с теплым свитером это будет вообще идеальный вариант. Так что вот такая вот, я сейчас тоже померю, покажу на себе. Вот такая это марка. Катоп. Ну, мне на самом деле марки все равно, но я просто, как говорится, вам показываю, да. Вот, 42 размер у меня, да, европейский, 36, да, это 42 размер, господи, 34. 34-й, 36-й, не понимаю я. Ну, в общем, вроде 42-й по размерной сетке я брала. Вот, но курточка очень классная, она мягкая, воздушная, при этом достаточно теплая. Ну, посмотрим, как будет носиться, но мне очень она понравилась. Так что сейчас померю, покажу вам. Ну что, девочки, вот так вот смотрится эта куртка. Мне безумно нравится. Она, видите, это 42-й размер, но она вот такая свободная, и рукава достаточно длинные. Это прямо то, что я хотела, потому что я хочу одевать сюда теплый свитер такой с горлом. Как это называется, да? Свитер с горлом. Ну, в общем, вы поняли, да? Такой теплый-теплый. Вот. И вот этот вот ворот-стойка, он как раз будет мне защищать. Конечно, в идеале для меня была бы курточка с капюшоном. Но да ладно, я езжу на машине, поэтому мне отлично. Длина просто потрясающая. Смотрите, все прикрывает то, что нужно прикрывать. Более того, вот здесь вот проходит такая резиночка, которая, получается, облегает. То есть с той стороны поддувать не будет. Вот видите, мне, кстати, великовато рукава. Но я сейчас одела на футболку. Я со свитером, с теплым будет вообще идеально. И я сейчас одела вот с такими джинсами. Но я хочу сюда или брюки, ну, я вообще планировала, да, или джинсы, но это скини-джинсы, а я хочу такие, ну, короче, не облегающие, как они называются, джинсы, да, ну, вы поняли. Сейчас одела серую футболку тоже неплохо смотрится, да, смотрите. Слушайте, она вообще бомбическая куртка, это то, что я хотела, вот, и в первый мир, что называется, добежать, забрать детей, в магазин за продуктами, я не знаю, все вот так вот, да, просто отлично. И я сейчас без обуви, почему? Потому что у меня нет обуви, девочки, мне порвались мои ботиночки такие утепленные, хочу, я это называю с баечкой, да, я не знаю, как реально это называется, но такие утепленные ботинки, чтобы они, не факт, что натуральная кожа, потому что у нас обычно дожди, да, слякотно, и кожа бывает очень портится, кожаная обувь, да, поэтому, ну, в общем, такие утепленные ботинки, мне их нужно купить,
У меня, честное слово, нет ботинок. У меня есть только кроссовки. Кроссовки и на каблуке сапоги. А мне нужны такие на низком ходу, удобные какие-то, может быть, что-то типа кроссовок. Ну, в общем, я еще подберу. И вот к этому всему я хочу себе сумку. Ну, сумку такую шопер красного цвета. Я вам сейчас покажу. У меня есть одна сумка. У меня есть вот такая сумка маленькая. Это Фурла. Я ее покупала уже 100 лет тому назад. Ну, даже вот если вот ее вот так, посмотрите, да, там синие джинсы и вот красная, может быть, не такая ярко-красная, чуть-чуть потемнее красный цвет, но мне кажется, с синим красный смотрится бомбически. Как вам? Но я хочу именно сумку шопер. Почему? Потому что, ну, мне будет это удобно, да, то есть у меня такой наряд не покрасоваться выйти, а именно побежать в магазин и так далее. Поэтому за 1200, девочки, куртка просто бомбическая. Как раз вот для таких мероприятий, скажем так, да. Ну, можно и эту красную сумку, конечно, сюда. Но с красной я бы такой потемнее красный цвет выбрала. И шопер, чтобы можно было на плечо. Можно было туда, допустим, мне надо забежать, там хлеб-булку купить. Я положила туда, то есть какую-то такую сумку. Ну, какую-нибудь недорогую надо тоже посмотреть, наверное, да. Но так бомба. Вот мне очень нравится. Просто безумно класс. Так что, девочки, кто хотел, ссылочки оставлю вам внизу в инфобоксе. Кто хотел себе какую-то, если вам нужна одежда, обязательно присмотрите. Сейчас вообще потрясающие скидки. И 70%, и просто. Единственное, что насмотрелась я тоже пальто, но там нет хороших таких скидок, поэтому я решила сейчас взять куртку, потом, может, посмотрю себе какое-то пальто. Хотя пальто, то есть из такой, да, из шерсти, ткани, я ношу крайне редко, потому что, ну, такая у нас погода в Питере. У меня есть два. Одно такое светлое, длинное, а второе бордовое, такое короткое. И я очень редко их ношу, честно, крайне редко вообще, потому что может с утра выйти солнышко, днем снег, вечером град, еще что-то. Поэтому, конечно, вот такие куртки в перемир. Вот я сейчас стою, мне жарко в этой куртке с теплым свитером. Я думаю, до -5 я буду ходить отлично. Но вот с красным, согласитесь, очень так смотрится. Да, единственное, что может это у меня такой яркий красный, может что-то потемнее. В общем, буду искать сумку теперь. Девочки, все, все. Главное начать, да? Чисто, девочки, вешала, в общем, снимала, вешала белье, то, что высохло, сняла, это повесила. И хочу вам показать, у меня начала спеть малина, у нас клубника уже практически отходит, зато у меня начала спеть малинка. Вот такая вот у меня малина, это только-только первые ягодки, девочки. Класс. И еще у меня поспела желтая малина, надо вот ее тоже, видите, опять пропалывать. Смотрите, какие ягодки большие. Желтая малина – это вообще самая обалденная малина, которая только есть. Она у меня вот второй год, я ее в прошлом году купила. Вот видите, сорняки уже. Уже сорняки. И трава, которая вот эта сухая, я, ну, потом пропалю, которая сухая, она уже практически сгнила. Ну, это хорошо, питание малинки. Вот, смотрите, это вот новый росток она дала, на нем, соответственно, тут нету ничего, ягод. А вот это с прошлого года, видите, ягодки. Ой, ну красота вообще. Как раз две ягодки, но я мальчишкам, наверное, отдам. Но она очень вкусная, желтая малина. Ну и, конечно же, красная. Красная тоже обалденная. Ну, в этом году, наверное, немного у меня будет малинки, потому что я ее в этом году тут переделывала, все, но все равно дала. На поесть мальчишкам, и всем нам хватит. Вот такая у меня, видите. А еще мы тут купили тоже из покупок, купили песок. Здесь где-то примерно пол КамАЗа. У меня сейчас на улице здесь очень-очень шумно, потому что как раз прокладывают нам канализацию. Ну, там по улице, я имею в виду. Вот, в общем, мы купили песок, привезли нам. Вот, видите, там лопаты. Девочки, вот какая песочница. Вот горы песка – это просто огромное счастье для любого ребенка, мне кажется. Неважно, мальчик или девочка. В общем, они у меня уже там ходы нарыли, что аж туда могут сами пролезать. Это ж просто, это ж кайф, девочки, да? Гора песка. Видите, тапки тут забыл кто-то из них, это младшего. В общем, ну красота.
дети. В общем, она была выше, гора эта. Сейчас немножко сползла сюда. Вот, а песок мы купили. Я уже вам показывала, у меня в этом году весной муж делал навес, вот этот вот. И он хочет там, соответственно, выложить, так как он там будет всякое себе хранить, выложить плиткой. Но, соответственно, там надо выровнять все это. В общем, ну, в общем, там какие-то у него планы. И он вот сюда будет засыпать песок вот этот. Ну и плюс остатки, они всегда, на участке всегда песок пригодится. Так что вот ванна с туалетом у нас доделается, и муж переберется сюда, будет делать. Вот. Но он там еще хочет вначале что-то там, в общем, выровнять, там какой-то пень у него растет, ему надо, ну как не растет, живет. И надо его выковырить, а потом уже здесь все делать. И вот, кстати, вот здесь вот эта малина, которая она мне не очень нравится. Вот видите, она какая мелкая. Тоже садовая, тоже какая-то сортовая, которую я говорила, ползет быстро. Видите, тоже уже заросла, надо пропалывать. Вот. Вот она вот такая мелкая. Ее у меня мальчишки не любят. Вот. Потому что она мелкая. Они не любят крупные ягоды. Ну, пусть пока живет, та размножится. Я, которая крупная, которую вот я вам сейчас показала. Или желтую сюда пересажу, когда она размножится, надеюсь. Так что вот так вот. Такие у нас дела огородные. И раз уж тут такая история, у нас еще уже начала спеть вишня тоже. Вот эта вишня, она очень-очень вкусная. Единственное, что она такая, знаете, дает ягоды на отростках. То есть, видите, как бы такая ветка голая, внизу листики и ягодки. Вот. Но очень вкусная вот эта вишня. Она такая, ну, горьковатая немножко, но очень вкусная. У меня дети ее тоже любят есть. Мы ее обычно все съедаем, но она немного дает. То есть, как вы видите, ягод не очень много у нее. Вот. Ну, и такие не очень крупные. Но вкусно. Ее тоже птички у меня любят. Но мы быстрее птичек обычно ее съедаем с мальчишками. Вот такая вот, видите, она. И вишня. Ну, вкусная, она не кислая, девочки. Она такая слегка горьковатая, но при этом вкусная очень. Ну что, настирала я белье. Вот такая гора, высохла уже. Теперь надо разбирать. Как я уже говорила, я ненавижу это делать. И меня как-то спросили по поводу этого тренажера. Но я про него рассказывала. Это кардиотренажер. Я, как бы, честно сказать, не разбираюсь в этом. Но я знаю, что есть такое... Ну, такая история, что очень многие покупают тренажеры, да, в запале, скажем так, занимаются, а потом это вешалка для одежды. В моем случае это не так. Я вот как-то себя приучила, но практически каждый день я на нем занимаюсь. Мне очень нравится, мне нравится больше, чем, ну, беговая дорожка, да. У меня занимается также муж на нем. Сейчас, тем более, у нас еще, ну, скоро вроде бы откроют фитнес всякие залы и так далее, да, но пока нет, пока закрыты. Наш, по крайней мере, с мужем фитнес точно пока закрыт. В общем, да, и, ну, я имею в виду зал, да, тренажерный, вот, и занимаюсь, и единственное, что себя нужно приучить, я занимаюсь сейчас по утрам, исключительно по утрам, вечером у меня как бы нет настроя, нет сил. Вот, а по утрам, но не на голодный желудок я занимаюсь. Не знаю, кто-то говорит, надо на голодный, кто-то не на голодный. Я когда с тренером занималась в спортзале, да, я у него спрашивала. Он говорит, нет, на голодный желудок заниматься нельзя. Но смотря что ты делаешь, да, если силовые, то точно нельзя на голодный желудок. Вы просто в обморок хлопнетесь, как он мне говорил. Поэтому да. Вот, единственное, что у нас вот в этой штуке сели батарейки, вот в этой, ну, мне это не мешает, я как бы спокойно, не знаю, на телефоне могу засечь время, если мне это нужно, но обычно не нужно. Занимаюсь я на нем минут 15 примерно, вот, ну, примерно так, разные интенсивности, разные вот этой вот... Ну, переключаю вот здесь вот, да, то есть разная сложность. Мне очень нравится. Зачем мне нужен этот тренажер? Не для того, чтобы худеть, а для того, чтобы, во-первых, приучить к себя к тому, чтобы заниматься все-таки спортом, да, как вы видите, у меня тут еще, ну, вот эти, это мужа, они для меня очень тяжелые, вот такие штуки. Чтобы приучить себя заниматься, это первое, что я и сделала, в принципе, с этим тренажером. Во-вторых, для того, чтобы, не для того, чтобы худеть, для того, чтобы держать форму,
форме, скажем так, может быть, даже улучшить, я на это всегда надеюсь, свою, ну, как бы свое тело, свою фигуру, да. Только для этого, не для похудения. Но на нем, вот читала отзывы, что вот этот тренажер очень помогает похудеть. Но надо на нем заниматься, да. То есть где-то я даже читала, что 99% людей, которые покупают домашние тренажеры, используют их как вешалку для одежды. Вот, так что, ну, как бы посоветовать, вот как, если вы вот такой дисциплинированный человек или хотите себя приучить к дисциплине, вы знаете, что вы будете заниматься, тогда покупайте, а так нет. Покупали мы не в Спортмастере, а в Декатлоне за, в общем, почти 10 тысяч он стоил. Вот, но я занимаюсь, мне очень нравится, прям очень, очень-очень. Честное слово, каждое утро на нем занимаюсь. Бывает даже вот это вот ничего не беру. Исключительно на нем, он, мне кажется, хорошо прорабатывает вообще все тело. Ну, это на мой взгляд, да. Я качком становиться не собираюсь, но поддерживать себя в форме хочу. В форме я имею в виду в тонусе, да, а не в том, чтобы быть супер худой. Так что вот так. Ну, в общем, сейчас буду разбирать бельё. Вот. Ну и на такой ноте хочу с вами, девочки, на сегодня попрощаться. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылки оставила внизу в инфобоксе. Оставляйте свои комментарии. Напишите, кстати, по поводу тренажера, потому что часто он у меня мелькает на заднем фоне, особенно когда закупки продуктов в ленте, да, вот он у меня так стоит, получается, здесь. Вот. И мелькает на заднем фоне, меня спрашивают, я занимаюсь, напишите вы, вот мне кто-то писал, что нет, не занимается, в итоге продали его, вот, ну, кстати, может быть, есть смысл на где-нибудь на Авито или еще на каких-то, да, то есть брать не новый, а такой, но я занимаюсь, муж занимается у меня, так что, как бы, да, вот, так что напишите свои комментарии по поводу тренажеров вообще, как у вас с этим обстоят дела с домашними, вот, ну и ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, всех люблю, целую, до новых встреч!